Сондея! Сегодня мы с принцем Лимоном посетили поп-ап-стор Дорамы «Хватай Сондже и беги!». Мы смогли на миг окунуться в Дораму, где все начиналось как безобидная любовь фаната к айдолу. Но в итоге оказалась история любви длиной в 15 лет. Ну и, конечно, не обошлось без маньяка в Дораме. Вот уже третью неделю Дорама находится в топе рейтингов, а актеры начали получать больше рекламных предложений и предложений сняться в новых дорамах и фильмах. Так как Дорама стремится к своему логическому завершению, то я с нетерпением жду, в каких новых проектах мы увидим Пёну Сока и Ким Хаюн. А как сложится карьера Сон Гун Хи, того, кто сыграл бывшего парня Им Соль. На днях еще продавались билеты за 1000 вон на совместный просмотр последней 16-й серии вместе с главными актерами. Вау, вот это возможность! Но билеты раскупили в считанные секунды. Кстати, вы смотрите эту дораму? Как она вам? Поделитесь своим мнением. А еще я жду вашей поддержки в виде лайков и комментариев. С любовью, Аконя.